другом языке. Насколько я это понимаю, поделюсь просто своими эмоциями, то, что уже прочитала, то, что попробовали, и даже какие результаты получили. С этим продуктом, наверное, одно из самых главных для нас было, когда мы принимали решение сотрудничать с компанией DuoLife, это был продукт, потому что если продукт качественный, потребляемый продукт людьми и дающий результат, то это говорит о том, что компания будет развиваться, компания будет стабильно расти, мы будем здоровее, дай бог, все вместе, вот, и будем это нести в массы, в люди, в Украине, и, наверное, не только, потому что сейчас достаточно быстро все развивается. Куда, Саша, нажимать? Да, направо. Правда? У нас есть 6 вот таких вот жидких формул, 6 бутылок. То, что Саша Александр сегодня сказал про стеклянную упаковку, она закрыта от солнечного света. Вы в перерыве можете подойти, сфотографировать, взять, посмотреть. Там у нас, наверное, еще на некоторых этикетка с польским названием. Но сейчас уже на украинском языке, на русском есть составы, и все это можно почитать. И первое, о чем, наверное, с чем стартовала компания, и Петр Картыш, когда был в Киеве на один раз у нас было вот мероприятие, о котором говорил Александр, «Живи осознанно», это был день, посвященный только здоровью, только продуктам, и в конце мы задавали вопросы, люди задавали прям конкретные там диагнозы, говорили, и Петр Картыш давал рекомендации по употреблению того или иного продукта. И первое, с чем стартовала компания, это вот такие вот две бутылочки день и ночь, они называются DuoLife, да, Петр Картыш так и говорит, DuoLife. Это продукт, который необходим нам день на то, чтобы мы чувствовали себя энергично, хорошо на целый день, получили свой заряд бодрости, все полезные элементы, минералы. Вы видите составы, я не буду на этом останавливаться, я просто буду делиться впечатлениями. Вы утром просыпаетесь, выпиваете 25 мл, чувствуете себя хорошо и идете себе, занимаетесь своими делами, на работу, на занятия, на тренировки, куда вам нужно. И когда мы приходим домой, компания эти два продукта по нашим биоритмам разделила на две, да, как на день и на ночь. И когда нам нужно ночью успокоиться, да, потому что мы после работы приходим в каких-то стрессах, мы целый день там в этом транспорте ездим, получали массу каких-то непонятных, кто-то на ногу наступил, кто-то что-то... Вам нормально все? Украина вас хорошо встретила? Вам еще не... Ну и слава богу, да. Ну то есть, когда мы получаем какие-то стрессы на ночь, нам нужно, ну, я дороги встретили хорошо, я думаю, они, мало ли, может, маршрутки не поехали. Поэтому ночь пьется на ночь для того, чтобы мы успокоились, для того, чтобы наша гормональная система пришла в порядок, для того, чтобы мы хорошо выспались, и, как Петр Картыш сказал, чтобы мы утром встали с правой ноги, чтобы мы были в хорошем настроении, и наш сон был, да, короче, но качественнее. Вот, читайте более подробную информацию, она все есть. Попросите, есть в электронном виде, в печатном виде, на русском языке. Витамин С. Жидкая формула, это единственный, по-моему, в жидкой формуле натуральный витамин С, который, наверное, вообще есть, не знаю, пока его нигде, наверное, нет. Да. И по нему у нас даже есть результаты. Вот и Наталья говорила о том, что быстренько вытянули, да, молодую маму с ребенком, которому годик всего лишь, да, Наташа? То есть буквально день давали дозировку больше, чем положено, и все миновало ОРВИ, ОРЗ, то есть температура и все остальное. Ну и еще есть масса результатов, поэтому все это тоже можно, приходите к нам в среду на презентации, и вы же тоже это все услышите. Хлорофилл. Я когда писала о нем видеоотзыв, я поняла, что это продукт, его называют «зеленая энергия». Это продукт похож на состав крови, почему его... Ну, идентичны, там они отличаются от крови одним атомом. И если не ошибаюсь, просто поправьте меня, там железо, а в хлорофилле магний. И он улучшает состав крови, очень нужен тем людям, вы, наверное, может быть, таких знаете или где-то слышали, у которых анемия, это болезнь как раз связанная с кровью. И это продукт ощелачивает, он лучше... как бы по крови лучше проходит кислород, да, там, ну, в общем, я не буду углубляться, потому что лучше об этом расскажут те, кто в этом хорошо разбирается, но я своими, скажем так, словами. Его нужно в водичку на стакан воды, там, 10 мл, чайную ложечку буквально разбавляете утром, вечером, можете брать с собой бутылку воды, вот, я честно говорю, выпили коллаген,
помыла бутылочку, наливаю сюда воду, и это моя и реклама, и водичка с хлорофиллом, и, в общем, полезность такая стоит или в сумке с собой, правда, тяжеловато, но если есть автомобиль, то это, конечно, удобно. И вот, кстати, у ребят тоже в машине в Ягуаре стоит хлорофилл. В общем, пробуйте, он очень интересный на вкус такой и очень-очень полезный. Есть такая организация, я не знаю, может быть, потом Александр более подробно о ней расскажет, это организация «Моя кровь», каждые 15 минут в Польше требуется донорская кровь. И для того, чтобы это все делали люди осознанно, заботились о своем здоровье, знали свою группу крови, была создана такая, да, организация, акция. Существовала, до этого просто... сотрудничество. Да, акция. Это тоже хлорофилл, то есть если он в зеленой бутылочке, вот это акционный, он идет с группой крови. То есть даже была такая рекомендация от Петра Кардаша, что если вы идете на день рождения к своему хорошему другу, то подарите ему вместо бутылки вина бутылку хлорофилла, он будет здоровее, и при том подарите его с его группой крови, с резусом фактор. То есть это очень ну, и полезно, и классно, и круто, и реклама, ну в общем, да. Я кто? Оборот. Предприниматель. Есть масса людей, которые это все делают абсолютно, я так поняла, бесплатно, да, то есть организация благотворительная, вот. Поэтому есть эта информация на сайте. Алоэ, я уже знакома с этим продуктом алоэ. Когда я первый раз попробовала в Киеве, нам вот разливали его на вкус, и я хочу сказать, что можно и даже есть что пожевать, потому что он с мякотью внутри. Мякоть алоэ, здесь даже ребята так хорошо взбалтывали, потому что когда наливали, она забивала горлышко, то есть не проходила. Алоэ – это ваш кишечник, это ваш иммунитет, это ваши антиоксиданты выводят из организма, то есть у него тоже огромный спектр действия. Жидкий коллаген. Открыли мы с Сергеем свой личный опыт, расскажу, и вот розовая бутылочка, ну все женщины на нее обращают внимание. Я же говорю, когда зашла... В кафе проводила встречу, взяла с собой бутылочку розовенькую, поставила. Девочки там, которые обслуживали, рядом со мной стояла их подруга, и они сразу мне: «Ой, что ты уже пьешь? Ты еще не успела с работы выйти, уже пьешь». Они потом меня спросили, что это такое, что это за бутылка. Если она розовая, это не значит, что она только для женщины, только для красоты, здоровья нашего, там, лицо, кожа, волосы, ногти. Это обязательно... Наши суставы, наши связки, наши хрящевые, да, соединения, наши глаза, наше зрение, наши, наверное, сосуды тоже частично, потому что я знаю отзыв у Дмитрия из Барнаула, его супруга, у нее там был один из диагнозов поставленный с венами, в общем, очень была большая проблема. И она пропила, то есть она говорит, я сама тоже на себе все испытывала. И вот она провела такое исследование, она два, по-моему, или сколько-то месяцев пила то, что там вот хлорофилл, коллаген, это то, что точно я знаю, и что-то из капсул. И она говорит, что когда я пришла к доктору и показала ему свой диагноз, который у меня был, я пришла на повторное обследование, доктор, говорит, долго смотрел в мою выписку и сказал, что, говорит, вы знаете, если бы вы мне не показали вот эту вот диагноз свой, я бы никогда в жизни не сказал, что у вас была эта проблема. То есть у нее, она практически от нее избавилась, там только в одной ноге что-то осталось. Поэтому это коллаген морской, потому что те, кто разбираются в коллагене, не знают, что не так усваивается, там, он может вызывать аллергические реакции и так далее. Здесь это минимально исключено, то есть, потому что это морской коллаген, он с витамином С, соответственно, Александр говорил, что он усваивается совсем по-другому, да. Лучше. Он очень приятный на вкус, что тоже немаловажно, потому что есть отзывы о разных коллагенах, которые есть вообще на рынке. Есть там в капсулах, есть в порошке, там. Абсолютно разный. Он очень вкусный, он с привкусом манго, мне он напоминает какой-то свежевыжатый сок из морковки, манго, там вот такое вот перебитое. Вот, все это хранится в жидком виде с момента открытия в холодильнике, не пьется с горла, а добавляется там себе в рюмочку, налили сколько вам нужно, необходимое, и пьем. И у нас есть капсульная система, которая рассчитана, ну, состоит из 60 капсул внутри в этой баночке, рассчитана там по приему на месяц, или если у вас есть какая-то конкретная проблема, вы можете... Здравствуйте, Сергей. Можете прямо там и присаживаться, если хотите, потому что там места, по-моему, нет сзади. Это капсульная система, которая узко направлена, уже так вот скажем... Ну вот давайте конкретно возьмем. Боррелис Про.
Есть ли в вашем окружении люди, которые от аллергии страдают, от чего-то такого? Есть аллергии? Сегодня сказал Александр, что 90% людей, у них содержатся сожители в виде паразитов. Ну, как мы с вами любим говорить. Но тех, кто в этом зале, у нас их нет. Потому что мы эти как раз 10%. Поэтому у кого есть аллергии, паразиты, вирусы, грибы, пожалуйста, проходим такую очистку своего организма, подготавливаем к дальнейшему принятию полезных элементов. Прустик – это наши суставы, и после личной консультации с Петром Карташем я поняла, что продукт, потому что это не только суставы, это его развитие памяти, это его зрение и так далее. Прослимер – все, кто на Украину заказывают посылку на определенную сумму денег, мы оплачиваем доставку пока, и нам компания компенсирует одним продуктом, который помогает нам бороться с нашим лишним весом. То есть этот продукт нам приходит в подарок, и я вам скажу, что он стоит дороже, чем доставку, которую мы оплачиваем из Польши. То есть это такая компенсация, очень приятная вообще. Это Просилекс, продукт, который нужен практически всем и каждому и для профилактики, и также для тех людей, у которых вы видите, какие есть такие страшные заболевания. И у Петра Кардыша, поверьте, есть чем поделиться по поводу заключений медицины. Было и стало. После того, как люди проходили вот это вот обучение на организации «Живи осознанно» и употребляли суплементы диеты компании «Дуалайф». Есть про кардиол, все понятно, это наша кардиосистема. Про релаксин, это я про релаксин. И сегодня, наверное, я не так нервничаю, потому что, правда, он работает. И я хочу вам сказать, что эти продукты, вот и Таня Дубравина с нами поделилась своим, потому что она в этом очень хорошо разбирается, она уже много чего попробовала. И она говорит, что эти продукты очень быстро действуют. То есть иногда даже вызывая какую-то, как это правильно сказать, Сереж? Плацебо. Эффект плацебо. Нет, когда быстрый результат, что иногда, если у вас какая-то есть проблема, то она как усугубляется немножко. Обострение. Все, спасибо большое. Обострение. То есть, если не пугает это вас или ваших знакомых, или тем, кому вы это рекомендовали, то при продолжительном применении этих суплементов результат будет не за горами, долго ждать его не придется. Протеосид – это то, что ощелачивает наш организм. И вы знаете, что в щелочной среде наши сожители не живут, им не нравится эта среда. Промигрен – это продукт, который нам помогает справиться с головной болью. У меня у мамы эта проблема уже очень-очень много лет. И я вам скажу, после применения даже одной, да, мам, баночки ты выпила, всего 60 капсул, у нее уже есть хорошие изменения, и не так часто болит голова, не с такой агрессивной болью, да, которая была у нее на протяжении, там, в общем, 3 дня как минимум, мама на неделю просто ложилась и даже еле разговаривала. А сегодня она у нас еще и в зале сидит и вместе с нами в Дуалайф тоже нас поддержала. Прохолтирол – это холестерин, прошугар – это сахар, и все, кто столкнулся с такой страшной проблемой, как сахарный диабет, это продукт, который просто необходим. Также у нас уже есть отзывы. Вот Александра – это моя партнерка, которая самая-самая первая меня поддержала в принятии решения сотрудничать с компанией «Дуалайф». У нее есть отличный результат у ее бабушки, которая сдала анализы, и по итогу ее сахар с 10 или с 8, да, да где-то с 8. 8,5-9 было на протяжении 4 месяцев, она исследовалась. А после первой баночки у нее опять теперь нормализовался. Ну вот, это тоже отличный результат, подтвержденный конкретными анализами. Наверное, я здесь передам слово, да, Александр? Нет. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Действительно, кто заметил, кто нашел какой-то продукт для себя? Смотрите, по сути, то есть надо не бояться либо одну вещь, да, то есть вот все вот эти продукты, особенно если мы посещаем конференцию с доктором, с экспертом, я когда первый раз послушал как бы доктора, я понимаю, надо все. Сижу такой, так, подождите, надо все, что же делать? И обычно после этого у нас становится вопрос, где взять на это деньги, да, и мы об этом сейчас поговорим, но
Перед этим просто хочу показать несколько примеров, как продукт работает, потому что огромное количество спортивных клубов, спортивных организаций в Польше, они не просто пользуются продуктом, да, они действительно, продукт для них так работает, что они просто вот именно маркетингово это используют, то есть компании просто просят сотрудничать с Dualife, покупают у них продукты и разрешают им использовать там свои логотипы, это и футбольные клубы в лиге, это и федерация карате, федерация джиу-джитсу. Есть очень интересная история про чемпиона олимпийского, чемпиона мира, который не мог уже заниматься, ну, в старого, как сеньора, да, то есть если не обычные чемпионаты мира, а чемпионаты мира для уже людей, которые как бы закончили карьеру, у нее не было возможности, у нее суставы настолько, ну, любой профессиональный спортсмен, это спортсмен, у которого там здоровья по сути нет, да, и вот у него была огромная там травма по суставам, то есть он просто не мог заниматься, не мог вообще, то есть тренироваться даже не мог. Он пропил курс продукта, если не ошибаюсь, в районе 6 месяцев простик, и сейчас не скажу точно, какие продукты, несколько продуктов пил. Через 3 месяца он начал потихонечку возвращаться к тренировкам, и через 6 месяцев вот этих занятий на тренировке он выиграл первый чемпионат мира, а потом еще через 3 месяца выиграл Олимпиаду. Да, это человек, который не мог заниматься, соответственно, сейчас просто много тренеров, они как бы включаются просто даже по сути в продвижение как бы самого клуба, федерация танца, огромное количество спортсменов. Ну, в Польше есть такие топовые спортсмены. Кто знает Роберта Левандовского? Футбол, парни, не подведите меня. Спасибо. Потому что, ну, как бы у него огромные контракты, то есть я знаю, что он зарабатывает там огромные деньги именно на рекламе, да, то есть там хорошему спортсмену ему уже не надо играть в футбол, то есть он может спокойно существовать. И, ну, как бы мы четко знаем, что то есть он пользуется этой продукцией, но в силу того, что огромное количество там маркетинговых контрактов, которые ему не позволяют это промотировать, здесь очень много разных звезд, и чтобы вы понимали, то есть это не маркетинговая, то есть компании, ну, может, есть какие-то звезды, с кем они на сотрудничают, именно с точки зрения маркетинга, но в основном это просто там или продукт, какой-то бартер, или просто из-за того, что люди настолько ценят, видят качество и ценность по продукту, по вообще самому софт-маркетингу, что как бы себя рекламируют. Что очень важно, компания очень сильно выстраивает свой бренд, да, то есть пока что в Украине про этот бренд никто не знает, но, поверьте мне, сейчас появляются очень интересные как бы люди, которые хотят включиться именно в продвижение самого софт-маркетинга, потому что это необходимая вещь и с точки зрения здоровья, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения личного развития, потому что нету таких проектов на рынке. А когда, ну, неважно, спортсмен, звезда или просто какой-то влиятельный человек видит, что есть интересная ценность, на которой можно заработать, конечно же, он будет вовлекаться в эти вещи, но чтобы вы понимали, то есть в Польше в данный момент ну, как бы компания настолько динамично и интересно развивается, что ну, вот есть, например, как бы похожая индустрия, это сетевой маркетинг. Очень многие люди из сетевого маркетинга, ключевые как бы лидеры. Сейчас есть такая компания в Польше, которая называется FM. Это самая крупная компания сетевая в Польше. Оттуда 60 лидеров как бы пришло в компанию, просто потому что у компании Dualife настолько высокий, скажем так, рейтинг и репутация, что люди просто понимают, что они хотят быть частью чего-то интересного, чего-то такого правильного, настоящего, где люди сами рекомендуют там, те же конференции по здоровью, соответственно, они не продвигают бизнес, но клуб развивается динамично, просто потому что он дает ценность. Есть у нас специальный партнер компании Mercedes, который своим новым клиентам, когда те покупают автомобиль, дарит продукт день-ночь. Как вы думаете, о чем это говорит? Это, они закупают продукт день-ночь, они просто как бы, то есть, тоже не маркетинг. И вот здесь у нас есть один немец, но он не возмущается, но есть немцы, которые возмущаются, когда как-то немецкая компания ну, как бы польскую продукцию промоутирует, потому что они стоят прямо в некоторых автомобильных салонах, не во всех, но в процентах 60 в Польше эти продукты можно увидеть, просто вот они стоят как бы, ну, в красивых таких этих самых как-то полочках назвать, да. И по сути компания Mercedes промоутирует продукцию компании Dualife. Почему она это делает? Она это делает по простой причине. Во-первых, потому что она показывает рынку, что мы как бы в тренде, то есть мы понимаем, зачем будущее. Соответственно, если мы разбираемся и понимаем, что людям важно здоровье, мы можем делать хорошие машины, то есть мы в этом тоже как бы разбираемся. И по сути они еще думают о своих деньгах, о своем будущем, подсаживая человека, скажем так, на здоровье. Этот клиент проживет там 3, 5, 10 лет больше. Соответственно, что?
он купит несколько машин больше. Чистая математика, чистая прибыль. Поэтому вот в салонах Mercedes, в салонах Jaguar можно получить приобретение новой машины, набор день и ночь. И еще один огромный плюс. Для членов клуба Dual Life есть скидка на приобретение нового автомобиля. То есть просто мы являемся членом клуба Dual Life и можем купить новый автомобиль от 15 до 25% дешевле. Нигде нету такой скидки. Ни у какого корпоративного клиента, ни, ну, максимально. То есть мы были в салоне Mercedes в Киеве, в Украине. Нам один из крупных дилеров, у него 60% рынка, говорит, нам очень интересен софт-маркетинг, но те проценты, про которые вы говорите, для нас это просто космос. Максимум, что мы даем, там, это 5%. Ну, не знаю, возможно, там продажа какого-нибудь 16-го года, да, то есть прошлого года автомобилей, возможно, такая скидка, но все равно. То есть этой скидки нету. И, соответственно, когда я иногда общаюсь, ну, с предпринимателями, я проговариваю эту вещь, и у меня были примеры, когда человек, то есть я даже не начал презентацию, просто вот обмолвился словом, ну, потому что там лежал, например, журнал, где Mercedes, там, я официальный партнер, и он говорит, подожди, расскажи, потому что я супруге сейчас ГЛЦ покупаю, расскажи, что мне нужно сделать. Я ему говорю, что ты покупаешь себе годовой набор продукта, каждый месяц компания будет его присылать, и все, как бы, получаешь, там, ну, он получил на ГЛЦ 17% скидки, соответственно, чистая математика. Я сейчас зло так вам скажу, 270 тысяч злотых стоила та конфигурация, которую он сделал, ему дали 17%, то есть, по сути, он, ну, то есть, 1500 долларов где-то на год его стоили продукты, и он получил там, 16 с чем-то, наверное, тысяч долларов скидки, то есть, он был в плюсе 15 тысяч долларов. Это выгодно? То есть, человек на старте выиграл 15 тысяч долларов, ничего не делая. Также у меня была история, мы сидели в Беларуси с Дитмаром, общались с одним предпринимателем, как бы видно, по сути, что ему очень надо здоровье, но почему-то, как бы, думают по-другому. Мы не ставим, как бы, мы никогда не перечим никому, то есть люди сами знают, куда им надо идти и что им делать. Но мы говорим, слушай, ну, ты хороший парень, ты предприниматель, если у тебя нужна будет новая машина, приходи, поможем сделать. Он говорит, а что надо сделать? Мы говорим, ну вот купить годовой набор продукта, может, ну, раз тебе не надо, можешь выкинуть или нам лучше отдай. Говорит, а не, я почитаю. И это здорово, когда люди, ну, то есть, пускай через такой, ну, 15 тысяч долларов, как бы, на дороге не валяются. Соответственно, пускай через таким образом, но люди открывают здоровье, я этому очень рад. И софт-маркетинг как раз в том и заключается, что просто много интересных возможностей, которые открыты, доступны людям, и человеку не надо, по сути, ну не знаю, ни за кем бегать, просто есть выгода, которую клиент видит. Мы сейчас об этом поговорим. То есть вот эти социальные такие встречи, социальные кампании, «Живи осознанно», которые сотрудничают, как вы видите, в Польше с Институтом профилактики здоровья. Огромное количество людей вовлекается в продвижение просто вот здоровья, потому что видят, что в этом тренд. По сути, люди продвигают наш бизнес, потому что эти встречи в том числе показывают решения по продукту, но, во-первых, доктора продавать не умеют, они просто делятся ценностью, но люди видят, начинают разбираться, начинают искать себе соответствующую продукцию, и понятно, что открывают продукцию Dual Life, и это очень здорово помогает, по сути, продвигать бизнес, не продавая, просто рассказывая людям, что сегодня актуально. Больше информации вы можете увидеть на наших каналах. У нас есть группа в Телеграме, где есть доктор, который может рекомендовать продукцию. Это украинский доктор, очень сильный специалист. Также есть инфолиния медицинская, то есть человеку можно позвонить, задать свой вопрос. Не надо никому, не знаю, прописывать какие-то курсы, потому что вы хотите получить Mercedes. Лучше просто отправить его к доктору, чтобы человек получил качественную консультацию и приобрел то, что ему на самом деле нужно.